Как следует из официальных материалов сайта компании Xiaomi, для 18 смартфонов стала доступна финальная сборка MIUI 9. На данный момент программную оболочку, основанную на версии 7.1.1 операционной системы Android, можно загрузить по воздуху или вручную с сайта. Итак, обновление доступно для Redmi Note 4A, 4X, Redmi Note 5A, 5A Prime, Redmi 4X, Mi Note Pro, Mi 4C, 4S, Mi 5, 5S, 5C, 5X, 5S Plus, Mi 6, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Note 2, Mi Note 3. Напомним, что MIUI 9 содержит в себе много новшеств. Самыми ожидаемыми функциями признаны режим Split View, возможность ответа на сообщения прямо из уведомлений, добавление живых пиктограмм для приложений и повышение безопасности. Сейчас обновление доступно в основном для владельцев китайской версии телефона. Что касается международной русскоязычной версии, то распространяют ее в настоящее время только для 7 устройств, среди которых Mi Pad 3. Дату выхода стабильной версии для остальных устройств объявят позже.